Здравствуйте, друзья! Сегодня специально для Анны и для всех любителей сериала «Игра престолов» мы разбираем главную тему оттуда. Как она звучит? Как она звучит? Вот так она звучит. Классная песня, да? Так, ну а сегодня у нас сериалы, список, вернее, список зарубежных сериалов. Такой вот список у нас. «Друзья», фильм, сериал, да? «Шерлок», «Беверли Хиллз 90-210», «Секс в большом городе», «Секс в большом городе». Так, и «Теория большого взрыва». 5 штук. Пишем, как всегда, в комментарии и сделаю в группе, видимо, описание. А почему сегодня мы разбираем эту тему? Потому что, сами знаете, все любители знают, что выходит очередной сезон, да? Так, ну, разбираем. Тему я сыграл, а там еще есть вступление. Да, и пошла тема. Я ее буду разбирать на полтона выше, чем звучит в оригинале. Почему? Потому что есть открытая струна, а вообще она идет... Вот, но я удобную тональность подобрал, на полтона выше, ничего страшного. Для балалайки, да? Разбираем. Вступление. Мелодия идет, значит, 11, 4, 7, 9, 14. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, вторые струны. Девятый лад. Четвертый. Это у нас минор. До диез минор. А потом вторая часть вступления идет 8, 9, 11, 4. И то же самое, вторые струны. Так, ну это вступление. И сама тема. 11, 4, тоже 7, 9, 11, 4, 7, 9, 6, 4 на второй струне, 2, что у нас там, 4, 6, 4. Вот эту тему можете не играть, это как бы, ну, играют вторые скрипки или что-то типа того. Нас тут кот мешает. Так. Можно сыграть просто. Вариант. Я просто... И дальше идет. Девятый. Второй. Семь, шесть, девять. Второй. И семь, шесть, четыре. И два. Ноль, два. Ноль, два, четыре. И опять повтор. Самое. Я второй, получается, шестой. И потом, значит, 9, 2, 6, 7. Да, успокойся ты. 6, 7. 6, 7, 6, 2. 0, 4. 4, 0, 4. Так, это вот вся основная тема. По аккордам мы сейчас все это разберемся. Так, вторые струны. Да, услышал ту же тональность. Да, правильно кот спел. Девятый лад. Четвертый. Можно 4-0. Девятый.
Седьмой. И вот здесь 4. Прикрываем первую струну, по вторым играем. Четыре. 4-6. Дальше. 7-2. 7-2. 7-5-2. Тоже по вторым струнам. Первую приглушаем. 0-2-4. И повтор. Так, играю медленно. Здесь немножко идет как бы синкопа, сбивка. Да, вторая часть тоже самая. А вот здесь немножко изменяется, да? Мелодия. Два. Здесь 6 2 4 0 4 4, по вторым, потом 4 0 0 2 4 4, открытая. Почему такой аккорд? Гармония до диез минор, но там идет, ну ничего страшного, то есть мы можно просто. Так, если непонятно, потом пишите вопросы. Я, в принципе, сделаю это, наверное, тамбы. Так, надеюсь, с этим понятно. Дальше идет. И аккорды. 12. Сейчас, 14, 15, 16, 17, да? 12, 17, 16. Можно просто 12, 17. Ой, 12. Какой тут у нас? 15? Да. 5, 9, 7. Потом 12, 16, 14. 4, 7, 7. Упрощайте. Помните, да? Дальше. 9, 14, 12. 2. 5, 4, 9, 12, 11, 4, 0, 4, 5, 9, 7, открытая струна. Вот здесь сложный аккорд. 2, 5, 7, потому что мелодия. Можно его заменить просто 5, 7. Потом 4, 6, 7, 6, 4, 0, 4. И опять это же идет как проигрыш. Потом мелодия. 16 лад. 14. 12, 14, да? Что там? 11, 12. Ми, 7. 7, 6, 4. 12, 14, 16. 11. Вторые струны. 12 лад. 12, 9, да, 9, также 9, и можно полный аккорд, либо 2, 7, либо просто 4, 6, либо 4, 7, 6. И пока играем 12 лад, а здесь лучше все 4 пальца использовать с мизинцем, а потом по одной струне.
И на этом заканчивается, насколько я помню, этот трек. Так, ну, надеюсь, все понятно разобрал. Там вот с этими прикрываниями второй струны, там немножко, да, неудобно, согласен. Поэтому можете просто оставаться на аккорде и играть его там-там-тарарам-пам-парарам. Да? На этом аккорде, на этой мелодии останавливаться и играть просто аккордами. Но так красивше будет, да? Вот, ну, сегодня на этом разобрали. Список, еще раз зачитаю. Друзья, Шерлок, Беверли Хиллз, Секс в большом городе, Теория большого взрыва. 5. Голосуем, пишем. Так, и идея, какие идеи? Пишите идеи по поводу российских сериалов. Может быть, тоже главные темы или, ну, в заставке, да, как обычно разбирают. Список, или предложение, все пишите в комментарии, на почту, в личку, как вам удобно. Если будут какие-то идеи. Не забываем, что присылайте мне конкурсные видео. Скоро проведем конкурс, видимо, 1 августа. 1 августа. Все, на сегодня пока. Всем удачи.